1 марта отмечается День спасателя Кубани. Памятную дату учредили в 2010 году в честь годовщины создания Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас». С тех пор в первый день весны всех спасателей нашего региона поздравляют с профессиональным праздником, принимают поздравления и славянские спасатели. В честь праздника Дня спасателя Краснодарского края глава Славянского района Роман Синеговский провел торжественный прием, на который были приглашены лучшие сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы нашего района. Спасибо вам за вашу работу, потому что, еще раз говорю, жизнь и здоровье человека – это, наверное, самое главное, самое важное, что есть в нашей жизни. Много работы сегодня в городе и районе делается на предупреждение ситуации. И вы всегда рядом, всегда вы поддерживаете, всегда вы помогаете. Поэтому, дорогие друзья, коллеги, еще раз понимаю важность вашей профессии. Она требует и навыков определенных, и физических, наверное, выносливости, и определенной физической подготовки. За это вам большое спасибо. В течение прошлого года спасателями района была совершена 1155 выездов. Спасено более 1000 человек. Понимая, насколько важна работа спасателей, главой района было принято решение выделить дополнительное финансирование и привести в соответствие штатный состав службы. Теперь работа спасателей станет еще эффективнее, и они смогут оперативнее и быстрее помогать жителям района. Решением главы муниципального образования Славянский район Снегумским Романом Ивановичем с 1 января текущего года в службу спасения Славянского района введено 5 должностей. 4 спасателя и 1 водолаз. Теперь служба спасения полностью соответствует федеральному закону 151, закону о статусе спасателя, что нам позволит успешно, я в этом уверен, сдать текущую аттестацию нашего отряда. Должно быть по количеству жителей на 5000 жителей населения субъекта один спасатель. Теперь в Славянском районе этой цифры соответствуют, скажу так. Сотрудники МЧС и спасатели всегда находятся на передовой. В любое время дня и ночи они готовы прийти на помощь, будь то авария, пожар или просто захлопнулась дверь. Первые, кому мы звоним в случае сложной ситуации, это именно спасатели. Приглашенных на прием с профессиональным праздником поздравил председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Ваша профессия, она особенная. Она требует мужественно, как сказал Роман Иванович, порой героизма. Сегодня мы видим, что Кубань-Спас вот на территории нашего района стоит. Сегодня авторитет спасателей растет, есть уважение в обществе. А это почему достигается? Потому что вы проводите большую работу на территории района, края. Вы спасаете жизни людей. Это, наверное, самое дорогое, что есть. В честь профессионального праздника славянские спасатели были награждены грамотами главы района и памятными подарками. Руденко Дмитрий Валерьевич. В числе награжденных в этот день был начальник 39-й пожарной части Андрей Ерещенко. В профессии он уже более 27 лет. Награжден медалями за отличие в службе 3-й, 2-й и 1-й степени. О своей работе рассказывать не любит. Словам предпочитает дело, которое заключается в помощи людям. Наша работа опасная, но всегда мы очень рады, когда помогаем людям, спасаем людей от пожаров, наводнений, которые вот недавно у нас были. Все мы в этом участвовали, все вы это все видели. На счету всех этих мужественных и смелых людей тысячи спасенных жизней. И в их профессиональный праздник хочется пожелать только одного. Пусть у них будет меньше работы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».